20 января из Турции в Азербайджан приехали специалисты, приглашенные для организации психотерапевтического лечения граждан страны, переживших морально-психологические проблемы в результате Отечественной войны. Как передает канал 13 со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, приглашенные ведомством профессиональные клинические психологи и психотерапевты окажут содействие в эффективной организации психологической реабилитации граждан, переживших психологические проблемы, возникшие в результате Отечественной войны. В то же время с целью организации психотерапевтического лечения ветеранов, членов семьи шахидов, людей физически и морально пострадавших от терактов предусматривается совместная работа данных специалистов с психологами МЧС Азербайджана, а также обмен опытом. Граждане могут позвонить на горячую линию МЧС 112, назначить время встречи со специалистами и получить бесплатную психотерапевтическую помощь.